Безопасный Новый год. Во время второго этапа акции спасатели дарят праздник детям, которые находятся в больницах, посещают многодетные семьи, интернаты, детские дома и дома семейного типа. На этот раз в гости к детям, которые находятся на лечении в детской больнице, приехали Дед Мороз, Снегурочка. Вместе с работниками МЧС они рассказали правила безопасности в период зимних каникул, как вести себя на льду, как пользоваться пиротехникой, хлопушками и бенгальскими огнями. В рамках проведения второго этапа республиканской акции «Безопасный Новый год» работники МЧС совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных гимназии номер 2 города Солигорска и участниками проекта «Тимуровец Бай» организовали мероприятие для детей из многодетных семей, детей, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, мероприятие, в ходе которого в виде игр для ребят доведена информация по соблюдению правил пожарной безопасности. Ребята вспомнили, как правильно нужно наряжать новогоднюю елку, использовать пиротехнические изделия, обратили внимание родителей, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних, выпускать их на лед, и о том, что нельзя детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. В центре внимания спасателей и многодетные семьи. Во время проведения новогодних конкурсов ребята не только вспомнили основные правила пожарной безопасности, но и научились, как правильно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. Особое внимание спасатели уделили на украшение новогодней елки и использовании пиротехнических средств. В конце мероприятий ребятам были вручены брошюры и сладкие подарки.